Бедняжка, никто не обращает на тебя внимания. Но ничего, она закончила болтать по телефону. На улице холодно, ему бы шарфик надеть. Он не любит шарфики. Он сам так сказал? Полагаю, вы совсем недавно устроились няней. Я нашла его в супермаркете. Это шутка? Что ж, чужой ребенок, поехали, надо продать тебя в интернете. Тут женщина, которая говорит, что она не няня, но она афроамериканка, а ребенок белый. Нет, я не расистка, я просто беспокоюсь. Она говорила о наркотиках, и всегда лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Да вы что, издеваетесь? Еле 30, одета в бесформенную куртку в модных кроссовках. Она сказала, что нашла ребенка в супермаркете. Спасибо. Простите, но вам лучше подождать приезда полиции. Дамочка, вам бы мозги проверить. Не грубите мне. Господи. Нет, вы не уедете с ребенком. С моим ребенком еще как уеду. Это не ваш ребенок. Уберите от меня руки, если вы не отойдете от машины, я вас ударю. Остановитесь. Стойте. Вам нужна помощь. Оставьте ребенка, помогите. Не трогайте меня. Отлично. Прекрасно.